Сегодня в нашем мини-обзоре велосипедная мигалка синего цвета с двумя красными лазерами. Представляет собой она некий пластиковый корпус со светодиодами, в общем, это понятно. Поставляется в пластиковой упаковке. Крепление к велосипеду находится на самом дне, в картонке. Работает все это чудо техники на двух мини-пальчиковых батарейках 3А 1,5 вольта. Также можно и аккумуляторы использовать для более долгого срока службы. Крепится к велосипеду на вот такое вот крепление. Довольно внушительно выглядит. Раскручивается вот этот винтик, обжимается подседельный штырь и закручивается обратно. Для того, чтобы прикрепить мигалку, нужно посадить его в рельсу. Да, вот с этой стороны насадили его в рельсу. Для того, чтобы снять, поднимаем просто вверх. Так, крепление откладываем. Сама мигалка. Физические ее размеры. Ширина данной мигалки составляет 6,9 примерно сантиметров. Длина мигалки составляет примерно 7,9, даже 8 можно сказать. Да, 8 сантиметров. И толщина мигалки без учета лазеров составляет 3,3 сантиметра. Так, приступим к тесту. Вставляем аккумуляторы, батареечки и закрываем крышечкой. Для теста выключим освещение. Значит, лампочки включаются первой кнопкой и светят вот так. 5 ярких светодиодов. Один режим, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и выключить. Так, включаем первый режим. Лазеры. Лазеры достаточно четкие. Все это очень красиво смотрится ночью, особенно если батарейки новые, либо хорошо заряженные аккумуляторы. Синий цвет – это довольно необычный цвет, потому он очень заметен на дороге. А лазеры – это уже новшество. В общем, вот такую мигалочку вы можете купить у нас в магазине. Переходите по ссылке, там же можно задать вопрос о товаре. Всем спасибо за просмотр. Пока!